Привет! В этом выпуске мы подготовили для вас схему заработка в интернете. Тема, которая вызывает интерес у большого количества людей. Многие считают, что это все брехня, что заработать через интернет вообще нереально, и что стоит лучше пойти на завод или работать в пятерочку. Но, тем не менее, заработать можно. Мы покажем подробную схему на примере интернет-магазина. Все по факту и никакой воды. Многие люди, прежде чем начать пользоваться этим методом, прибегали к разного рода услугам, выкидывали деньги на дорогие домены сайта, платили недобросовестным менеджерам по продвижению, которые типа настроят рекламу в Яндексе, а сами получат деньги и исчезают. Но речь не об этом. Итак, если у вас бизнес, в который нужно привести людей, будь то сайт по продаже чего-либо или интернет-магазин в социальных сетях, как же на этом заработать? Вы знаете, что деньги из воздуха не возьмешь, деньги — это покупатели, привлеченные покупатели. Но где их брать бесплатно? С чего же нужно начать? Вы знаете, что огромное количество людей смотрит фильмы или трейлеры к фильмам. Нам необходимо создать YouTube-канал с трейлерами. Да, его нельзя монетизировать, но смысл будет не в его монетизации, а в получении людей, то есть привлечении трафика. Далее нажимаете на значок камеры с плюсом, это добавить видео. И заливаете на свой YouTube-канал заранее сканный трейлер из интернета, повторим вам, заранее скачанный трейлер из интернета. Далее добавляем описание, заголовок и теги к видео, в целом оптимизируем его, чтобы люди могли находить его на платформе YouTube. Далее. Заходите во вкладку «Дополнительные», указываете дату создания, распространения, нужно поставить, что видео доступно на всех платформах, лицензия, Creative Commons атрибуция, потом выбираете категорию, далее выбираете язык видео в разделе «Комментарии и оценки», выбирать «Разрешить все комментарии», самое главное, из окна «Разрешить встраивание видео», убрать галочку. Далее публикуете трейлер к фильму. Следующим шагом необходимо скопировать вашу ссылку с вашего сайта и интернет-магазина из социальных сетей и вставить ее в комментарии под этим самым видео. И желательно ее закрепить, чтобы навсегда осталось под видео. А человек, зашедший посмотреть трейлер, потом, естественно, зайдет почитать комментарии про фильм, чтобы узнать, стоит его смотреть или нет. И здесь он увидит вашу ссылку, на которую и далее может перейти. Если зайти в группы ВКонтакте, посвященные фильмам, то вы увидите, что миллионы людей этим интересуются, и со временем по вашей ссылке может быть привлечен вполне серьезный трафик. Следуйте строго нашим инструкциям, чтобы ваши видео не заблокировали, делитесь этим способом видео в социальных сетях. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч! Подписчикам счастья!